В Саратове строится храм в честь святителя Спиридона Тримифунского. Работы начались в 2016 году и вот уже освещают купола и кресты. Подробнее о ходе возведения Дома Божия в сюжете наших коллег. Молодой строящийся микрорайон Саратова «Солнечный 2» разрастается очень быстро. Многоэтажные дома заселяются многочисленными новоселами. Вместе с новостройками поднимаются от земли и стены храма, расположенного в районе рынка, вблизи остановки Топольчанская. Именно такой большой храм здесь будет востребован. Строительство его началось в феврале 2016 года. 2 декабря 2017 года состоялся чин освящения крестов и куполов Спиридоновского храма. Храм строится по программе строительства 20 православных храмов в городе Саратове. Церковь возводится в византийском стиле и названа в честь греческого святого, который почитается не только в Греции, но и в России. Сегодня верующие могут поклониться святым мощам святителя Спиридона. Икона святителя с частицей его мощей на протяжении нескольких лет пребывает в Саратовском храме во имя преподобного Сергия Радонежского. Образ святителя Спиридона изготовлен на средства благотворителя. Частица мощей, помещенная в иконе, привезена с острова Корфу, где находится рака с мощами святого.